Не удивляйтесь, если увидите конных стражей порядка. К семье и к своей работе приступила конная полиция. Новая служба была представлена в ходе гарнизонного сбора. В этом году из бюджета города выделены средства на обновление материально-технической базы местной полицейской службы. Установлены постоянные посты полиции в центре и на площади имени Мухтара Ауэзова. В местную полицию добавлено новое подразделение. Конная полиция патрулирует улицы города и следит за общественным порядком. В мероприятии, на котором представили новую службу, принял участие аким города Нурбул Нурсагатов. В городе Семей 12 августа 1918 года был впервые развернут Алашский конный полк. Сегодня конная полиция – это продолжение вчерашней традиционной конной армии. Как сказал Баужан Мамушулы, страна, подчиняющаяся дисциплине, не будет знать рабства. Мы высоко ценим благородный труд сотрудников полиции, которые охраняют безопасность и мир общества, предотвращая правонарушения. Желаю вам здоровья и благополучия вашим семьям. В ходе мероприятия глава города вручил нескольким стражам порядка благодарственные письма и почетные грамоты. Начальник управления полиции Кайрат Абдигалиев представил средствам массовой информации и акиму города служебные автомобили и конную гвардию. У него функционал – это передвижной скоростимер, то есть, который у нас в Сергейке есть в городе, это у нас более 1500 камер, и дополнительно это передвижной, можно так сказать. Пока мы три приобрели, вот Нурбол Тулегенович аким предлагает, если эффективность покажет, мы еще на следующий год планируем еще дополнительно закупить. Кроме того, со стороны акимата нам оказано именно в части обеспечения кавалерийской экипировки, вот как вы заметили, полностью все отличаются всем требованиям, то есть отличительные, опознавательные, то, что там надписи светоотражающие в ночное время. Особенность конной полицейской службы в том, что она позволяет передвигаться по местам, куда не может проехать транспорт. Особенно для наблюдения за общественным порядком на окраинах города и в дачных массивах. Сейчас на балансе управления городской полиции 10 лошадей. Они будут находиться в специальной конюшне на острове Бибичелек. Бибичелек – остров, есть у нас кавалерийский взвод. Там есть у нас своя конюшня, все в рамках госзакупок мы закупаем, корм содержится там, есть сотрудники, которые непосредственно занимаются. В этом году полностью обновлена система «Сергек-патруль». В общественных местах, на остановках, в подземных переходах введена система «Сергек», что значительно снизило количество правонарушений. В результате комплексной работы кримогенная ситуация стабилизировалась, преступность сократилась на 60%. В конце мероприятия состоялся торжественный марш с участием полицейских. Рустем Хайратулла, Анатолий Чернов, телеканал «Семей».